билет покупала? Да. А вы там, люди, знаешь, хитрые стоят на улице и собирают на билеты? Нет, я покупала сама. В это сложно поверить, но похоже, мы сейчас наблюдаем за рождением нового молодежного движения, движения аскеров. Вы про это слышали? Нет. Самое смешное, они не имеют никакого отношения к аске, хотя казалось бы. Кстати, кто лучше, аска или это какая-то синеволосая блядь? Какая синеволосая? Что? Встань, пожалуйста. А, аска или Рэй, ой, я вспомнил. Рэм, может быть? Это томейто, томато. Для меня лучшая Шира. Окей, я думал, ты скажешь этот полковник или майор Кацу что-то там. Неважно. Ну и как, короче, продвигается сбор средств на свадьбу? Ну, за сегодня я собрал наушники, часы и 600 рублей. Где-то так. Ну вообще, золотая жила идет на самом деле. Вот да, мы нормально. Постояли тут минут 15. 600 рублей? 700. За 40 минут нам дали 4 билета. По мне, из этой же херни накидали только USB-фонарик. Что еще? 4000 рублей. А мне дали пиво. Ну, иногда там кидают что-то. Вообще, я изначально собирал крышки. И только потом уже люди начали подкидывать деньги, я как бы был не против. И в итоге таким образом у тебя одной только мелочи набирается 1003. И много позитива. Главное позитив. Потому что люди прикольные. Люди классные. Очень много маленьких школьников сраных и тупых пёс. Вот это бесит. Раньше люди приходили за халявой, они ее зарабатывали как-то в конкурсах и прочее, а теперь они хотят... Я с 10-го года хожу на Игромир, и меня достало зарабатывать себе халяву. Ну вот, а теперь они все хотят, чтобы им вот на картонном подносе с голубой каемочкой и преподнесли. Не смешная шутка, incoming in 3, 2, 1, go! А мальчик не подойдет? Подойдет. Я не ожидал. Ну, значит, одному моему подписчику это особенно понравится, который все время пишет: «У, ты стал таким скучным, больше не подходишь к людям и не просишь у них секса. Что с тобой стряслось?» Извини, короче. Это, конечно, жутко не смешно. Но ты так стоишь, как будто ты ее сутенер. И ты никому не отказываешь? Нет, никому. Ну, да ладно, были такие, что прям видеть противно. Не, все. Не, ну, все поголовно. Бывают такие люди, у них плохое дыхание, потные. Такие ко мне просто не подходят. На самом деле очень приятно, что люди подходят, дарят позитивные эмоции. Но это здорово. Это здорово, и приятное ощущение даришь людям, и люди дарят приятное ощущение тебе. Новые знакомства и все такое. Мне 11. Ой, какой кошмар, господи, сейчас заметут. И значит, стоп, вы уже обнялись, и я это снял? То есть вы считаете, что через обнимание передаются там какие-то... Ё-моё, эмоции и прочее дерьмо. Да, положительные эмоции чаще всего. Это специальный выпуск, аббревиатура РЛОР. Кто знает, тот поймет. И сегодня мы проверим легенду, передают ли обнимашки, короче, положительные эмоции. Рядом стоят два человека, которые просто... Видно, что у них очень плохой день. Давай, зайди. У тебя... У тебя же отвратный день, я чувствую. Пришел на полный... Естественно, полный говной день. Вот смотри, стоят девочки в подворотне и предлагают бесплатные обнимашки. Продажный, я же говорю, вообще, пиздец. Настроение говно? Да, настроение говно. Обнимись. Говно. Нет, я не буду обниматься. Ты хочешь остаться говнюком, а ты парень? Нет. Ну ладно, ребята, вот я видел парня, вот у тебя плохое настроение, да? Смотрите, это наша подсадная утка. Для чистоты эксперимента, у тебя плохое настроение? Чудовищное. Но, может, ты попробуешь обняться, и тебе передадутся какие-то там положительные эмоции, о которых я все слышал, в которые не верю. Опиши ощущения по какой-нибудь шкале. Можно Рихтером? Ну, можно по шкале Гейгера. А как там, когда радиация зашкаливает? Это... Короче, лучше стало. А? Лучше стало. Да. Я вижу, ты начал улыбаться. Ну да. Я тоже начал улыбаться, но я стал улыбаться на камеру. На самом деле я чувствую себя полным ничтожеством. Это потому, что я смешной. Да, но расскажи, какая твоя идеальная избранница? Ой, ну даже не знаю, скорее всего, с которой можно поболтать на общие темы, которые я здесь указал.
Что это за тема? Ну, World of Warcraft, League of Legends, потом... Ой, черт, я не подхожу, я не знаю об этой теме. Какая жалость. Ну, на самом деле, бывали моменты, когда я ловила людей грустных и обнимала. Помнишь же? Господи, как мне плохо, меня никто не понимает. Ой, спина начала болеть. Ё-моё, мне надо стоять, короче, с этой табличкой «Потрогай бороду». Я ее, правда, слегка подстриг, а на завтра я собираюсь вообще убрать от греха подальше. А твоя невеста здесь? Нет, ее здесь нет. Она выходит через неделю замуж, поэтому собираем деньги. Не может быть. Ёпты, 20 лет, тебе еще нет 20, а ты уже жениться. Пиздец. Что такое? Я обратил внимание, у тебя на зубах как будто бы фольга. Так и есть. Ой, это значит, что фольга, фу, наверное, очень неприятно. Мы тоже бомжи. Ой, спасибо. Видео совершенно бесплатное, отлично. Как видите, настолько скучен игромир и Комик-кон, что это гораздо веселее, чем стоять тут. Фу, супер впечатление! Хороший игромир, но было лучше. Было когда? В том году, в позатом году и так далее, и так далее. Раньше было лучше. А вот если, допустим, сравнить 15-й и 14-й игромир, там вообще было одно и то же, я их даже не различал. На 14-й я ходила. Меня там чуть не убили фанатки Миши Коллинза. Меня тоже чуть не убили, мне дико не понравилось, я ушла. 14-й игромир — лютое говно. Лютое, и 15-й тоже, но мы не ходили. Нет, я ходила. Говно, но не очень. Но зерлинги кололись, плакали, но продолжали жрать говно. А, ты купил билеты и еще смеешь право выпрашивать деньги? А он мне просто на халяву достался, как за разбитый бампер на моей машине, да. Слушай, а ты вообще долго учился играть на гитаре? Ну, так-то у нас бойс-бенд, Металлику. О, бойс-бенд, круто, слушай, у меня тоже есть бойс-бенд, но мы играем панк-рок. А у вас гёрл-бенд? У нас есть, ну, я тоже играю в группе, у меня еще, кроме меня, одна девушка и два парня. Я с сестрой пишу индастриал. Невероятно! Пишу авторские уже. Это не может быть совпадением.